Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре – FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на YouTube вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. До релиза раннего доступа осталось менее 10 часов. И что вообще можно сделать за это время? За это время, самое главное, опираясь на старт прошлых дополнений, могу посоветовать вам хорошенько выспаться, а также закупиться вкусной едой, потому что это нереально важно, это влияет на наше настроение, это влияет на нашу продуктивность. Что можно еще сделать за эти 10 часов? Можно подготовить персонажей, подгирить их, почистить сумочки, купить фласки, поты, хп-поты, то есть все, что вообще нужно сделать, было расписано в таблице. На таблицу я делал видосик. И, само собой, ссылку на видосик плюс таблицу я закину в описание к этому видосику. И в таблице также указано, что вообще делать в самом ТВВ. То есть там неделя 1, неделя 2, неделя 3, неделя 4. Все прекрасно, кайфово расписано, поэтому, конечно же, изучайте. Стартую на своем аккаунте. То есть, как видим, The War Within, все мои персонажи. Прия ДК, основной мой на текущий момент. ДКшечка, мейн. Прия, самый первый мой персонаж. Воин, прот. ДД спеки вара вообще, в принципе, не перевариваю. Коллекционочка была куплена еще в начале июня. Кодик пришел в конце июля. Ну и сразу же, конечно же, был активирован. То есть я начал летать на маунте, я сразу сделал сетики. Там небольшая такая квестовая цепочка. Вы еще питомцев получаете. Все это сделано реально кайфово. 23 числа в час ночи я стартую на стриме вместе с теми людьми, у которых имеется ранний доступ. Само собой, я это все буду стримить, поэтому приглашаю вас. Будем вместе видеть этот логодром, будем делать первые квестики. Но, я надеюсь, логодрома не будет. По той причине, то, что компания Blizzard не зря делала стресс-тест. Они делали стресс-тест вот этого нового квестлайна на бета-серверах. И я надеюсь, они как-то еще увеличат мощность серверов, потому что рекламная акция была касательно нового дополнения просто нереальная. Компания Blizzard не дураки, и само собой, они понимают то, что если люди на старте увидят лагающие сервера, то они, скорее всего, в эту игру далее уже играть не будут. А им же важно, чтобы люди подписку продлевали. Важно. Unholy DK, мой мейн на протяжении нескольких лет. Само собой, он будет прокачан в первую очередь. И посмотрим, что будет на 80 уровне. Что будет в тот момент, когда мы пойдем мифик нули, рейды, мифик плюсы. Если будет фрост эффективнее, то окей, тогда я спекнусь просто-напросто и буду сидеть нажимать три кнопочки, кайфовать от этой игры. Если будет все наравне, также буду сидеть в анхолике. Посмотрим, что вообще компания Blizzard вычудит, потому что компания Blizzard любит издеваться на ДК. Это факт. Чуть ли не каждую неделю какие-то изменения, какие-то правки, что-то там прибавляют, что-то отнимают, короче, крутят ДК вообще как хотят. Окей. Касательно профессии на ДК, получается так, что инженерное дело и кузнечное дело. Буду сам себе все крафтить. Инженерка, удобная профессия, нереально удобная, это факт. Далее монах, второй персонаж, который будет участвовать в ПВЕ движении, а также для проф, само собой, касательно профессий, коженчество, алхимия. ДД-спек монаха меня привлекает намного больше, чем какой-либо ДД-спек у воина. Не знаю, на психологическом уровне, как будто я просто-напросто ненавижу все эти специализации у воина. Я не признаю их, кроме танковской. Скорее всего, это по той причине, то, что я много протанчил данжей на варе. Часто танчил. Быть может. Получается так, то, что вторым персонажем будет монах. Касательно третьего, касательно четвертого, касательно пятого персонажа, касательно шестого... Если подумать об очередности, то, наверное, третьим будет друид, четвертым будет воин, пятым будет драктир, шестым будет шаман. Скорее всего, это будет примерно в такой последовательности, с целью того, чтобы и мейна обеспечивать ресурсами, и с целью того, чтобы твинки особо не проседали, и чтобы еще и репутацию отряда поднимать, и чтобы там еще потом различные другие вещи сделать. В общем, примерно такой будет порядок. Касательно профессии на этих персонажах, получается, на друиде портняжное дело, наложение чар. Касательно воина, кузнечное дело, ювелирное. То есть на ДК, например, можно будет кузнечку качать в пользу доспехов. На воине в пользу оружий. Это неплохой вариант. На драктире чисто добывающие профы. У них там точность трассовая, повышенная, поэтому это даст свои плоды, это даст свои плюсы. На шамане наложение чар, начертание. То есть... Такие профессии получаются. Снятие шкур. Ой, у меня там куча шкуродеров. Лень даже пролистывать колесико. А получается как-то так. То есть куча контента, куча прокачки, куча будет сделано квестов. Много всего вообще будет сделано
в пределах раннего доступа сделаю все, что только можно будет. Знаю то, что там имеются некоторые ограничения касательно сборов, касательно получаемых ресурсов. Ну, окей. Все равно, как минимум, персонажей можно прокачивать. Это самое главное. То есть, как говорила сама компания Blizzard, то, что эти дни раннего доступа даны вам для той цели, чтобы вы комфортно могли прокачаться. На самом деле уже будет много всего найдено, уже много всего будет получено, прокачано, и те люди, которые там стартанут через несколько дней, не то что им будет некомфортно, просто поймите такую ситуацию. То есть человек стартует вот 23-го в час ночи. Он планирует играть часов, к примеру, по 15, по 16 в день. За 4 дня до полноценного, да, релиза, там 4 дня же, по-моему, перерыв, он наиграет 64 часа. Это много, это очень много. Чтобы человеку, который играет по часу в день, догнать его, да он не догонит никогда просто-напросто. Вов, MMORPG, не стоит об этом забывать. И чем больше времени вы вкладываете в эту игру, тем больше профит из нее вы получаете. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!